Пам-пам! И всем привет, дорогие друзья, с вами Лагерь и Медведь, здесь где-то за кадрами, его, конечно же, не видно, потому что он некрасивый, я его вам не показываю. И мы продолжаем снимать наш летсплей, и надеюсь, он не обидит. Так, я в кадре, потому что я красивый. Нет, ты не особо красивый. Мы в прошлой серии там обещали вам начать что-нибудь делать, и сказано, сделано. Мы типа такие хорошие депутаты. Если мы что-то сказали, мы что-то будем делать. Вот я уже, допустим, нарубил много стаков древесины темного дуба. Зачем, спросите вы? Я сам не знаю ответ на этот вопрос, но, возможно, нам это пригодится. Мы в этой серии планируем сделать стол создания техники и какой-нибудь ящик с оружием. Какой краситель мы найдем, такой типа и сделаем. Что у нас есть? У нас есть, ну, шерсть есть, краситель, я вот не знаю. Из красителя можно из цветочков сделать, правда, цветочков нету. А, не, вот, есть. Как цветочки... думаешь, можно делать краситель? Думаю, да. Из этих фиолетовых, да, получается, или как он? Да. Фиолетовый нам нужен для... Фиолетовый? Пурпурный. Нам не нужен пурпурный, я тебя обрадую. Забери себе тогда, блин. Нам так, не нужен пурпурный. Ладно. Нам нужен мешочек чернильный, костная мука, одуванчик и роза. О, костная мука. А, то есть это все в один крафт надо? Ну, типа, это для разных столов, разные эти. Я пока сделаю... Костная мука есть. Давай-ка я пока сделаю апгрейд комнаты. Наверное, вот такой вот. Потому что мне там явно тесно. Костная мука есть. Это хорошо. Тогда мы можем сделать японский набор оружия. Для этого нужна еще одна красная роза. Дяденька, а почему вы делаете так криво? Тут пол. На уровень ниже. Ну, в принципе, ничего нового. Андрей, дизайнер? Я сделять. Я сделал. Ну, такое. Не ругайся на чайника. Ладно, делай. То есть, подожди. То, что у меня не совпадает на один уровень, на один слой, а у тебя он состоит из грязи. Типа, ок. У меня дизайнерское решение. Это гей-дизайнерское решение. Все. Короче, у нас вот такой вот проход будет. Отправляйся, пожалуйста, на этот, на поиски розы, одуванчика и прочей такой билиберды, если вас не затруднит. А я пока замучу этот. Зачем одуванчик? Это надо для цвета? Что это, мать его, такое? Ты зачем? Это вход, это дверь. Это флаг украденный. Это шторка. Ты украл флаг? Это штора, ты не шаришь. Ладно. Сойдет. Я это сожгу. Где зажигалка? Нет, в смысле? Не я сжигай. Сожгу. Я весь дом сожгу, отвечаю. Не так. Надо. Нет. Мы так хорошо жили. Так, погоди, я пока тогда замучу мисочки. Я уже забыл на самом деле, делаются ли там самолеты в этом столе создания техники. Я надеюсь, да. Вот у нас стол. И? Ну как сказать? Я нашел все, что нам надо. Я вижу. Офигеть. Я хочу построить самолет. Даже двухместный. Черт с тобой. Я тебе разрешаю даже здесь побыть с ним. Ну, в смысле, в нем. С самолетом. Спасибо. Рядом стоим. Для этого нам нужны всякие крылья и прочее. Так. Давай сначала сделаем деревянный винт. Я, короче, займусь созданием винта. А ты... Молодец, ты... Я пошел искать розу, и что там тебе еще надо? Одуванчик? Да, по-моему, да, на самом деле. Я забыл, я полсекунды назад видел крафт и забыл. Не, ну это, в принципе, обычная практика. Знаешь, я так всегда делаю. Так, винт у меня есть, все хорошо, мне нужен отдельный сундук для этого. Для крафта нашего самолета. Я надеюсь, что он вообще, типа, имеет право на жизнь и взлетит. Скобочки. Чувак. Нет. Что? Чувак, я нашел самое прекрасное место во всем Майнкрафт мире. Можешь ты пэхнуться? Да. Там что, моя жизнь? Это божественно.
Мне кажется, здесь цветы. По-моему, прекраснее ничего нет. Давай это все сожгем. Давай. Кстати, вот эта штука подходит для красного тюльпана. Ну, красный тюльпан, вот этот, для создания красного красителя. Да, тут рай для создания. И белый тоже, кстати. Ну вот. Это он белый, да? Смотри, там что-то происходит. Там чувак дерется с пауком, и он его убил. И это, тогда кстати, в 100 метрах собирай. От нашего дома. Вот именно. Собирай быстрее, потому что там все горит. Я ничего не знаю. Всё смотри, сгорит, ты там что? Говорил, что у тебя этих... миллион изумрудов. Ты можешь купить у этого чувака пан. Я не знаю, что это, но на всякий случай купи. Пан? Ко мне пришел дяденька с розой. Смотри. Зачем ты его убил? Он всего лишь хотел тебя убить. Не за что. Так, мне короче, лень бежать, и поэтому я тпшнусь. Так, пан, и что он дает? Я не знаю, ты уж сам разберись. Это хавка, это хавочка. Это кушать. Хавочка, нормально. Так, давай-ка хвост самолета. Я где-то видел деревянный хвост. Ой, слушай, я тоже его могу сделать. Так я снова забыл, как он делается. Черт. Так, смотри, я могу возвращаться домой? Тебе хватит вот этого всего? Надеюсь, что да. Все, это домойчик. Что? Так, смотри, палка и древесина. Эй, короче, что за расизм? Это вижу двухголового тролля. Эта штука крафтится из определенного вида дерева. Она... Я вижу босса. Андрей, ты, конечно, простишь, что я тебя перебиваю, но тут немного босс-тролль двухголовый, он меня убивает. Возможно, тебе стоит помочь. Ну, как вариант. Да, может быть. Но я сам уже справился. Я пришел на... выпало... Я видел. Ты еще стену покалечил. Я тебя сейчас еще штрафую на этот, что ты стену побил. Это был тролль. Это был ты. Это тролль, он взрывал. Я не умею взрывать. Это или ты, или тролль. Так, подожди. Я надеюсь, что... Да, прикинь! Российский мод. Он, короче... Что это такое? А что там? Расскажи. Это флаг так выглядит стрёмно. Я, короче, флаг дропнул на землю, он такой стрёмный, сразу стал. Так. Так, теперь нужно две таких койки. Деревянный кокпит. Кокпит. Он красится из лодки. Знаешь, что это за слово? Кок. Кокпит. Кокпит. Не повторяй, пожалуйста, тут забанят за ненормативную лексику. Нет, это кокпит. Да, да. Магик Ванд. Теперь нужны колеса. Наркоман. Колеса. Нет, еще нужны два пропеллера вот этих. Крылья биплана. Как я подозреваю, они тоже... У тебя есть эндеры? 10 штук. Ну, у тебя 2, если ты скинешь, будет 10. Так ты их 8 сейчас. Не скину. Ну надо. Нет. Надо. Ладно, на. А мне она все равно пригодятся, поскольку нам нужно убить дракона. Я, кстати, строю, на чем мы к нему полетим. И, скорее всего, эта штука не взлетит вообще. Ну, типа... Если она будет работать в мире Эндера. Не, она, как я понял, как бы работает, но не у меня в руках. Ну, у меня, значит. Большое колесо. Ой, у нас проблемы. Чё? Тут кожа нужна. У тебя есть кожа? Ты пока сделай, пожалуйста, какой-нибудь ящик с оружием. С любым оружием, типа, не имеет значения. А я пока... У меня 5 кожи только. Ящик с оружием? Это явно проблемы. А, ящик с оружием. В смысле, с немецким там всякие? С любым. Да? С любым. Ага. А я пока поищу колеса. Большое колесо. Нужно еще какое-нибудь колесо. Тут в крафте я вижу 2 каких-то и 2 каких-то. А где железные слитки? У меня есть. Тебе сколько? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тебя хватает? Я не знаю, у меня просто железные слитки есть. Я не могу найти колеса. Это плохо. Наверное. Но колеса красятся из кожи, я подозреваю, поэтому... Я сделал.
большое колесо. Маленькое колесо. Я подозреваю, что нам надо два маленьких и одно большое. Не знаю. Я не спец в строительстве самолетов, но типа сейчас разберемся. Под ключем разберемся. Нам нужно очень много кожи, чувак. Очень много кожи? Ну. Да. А еще я могу сделать винтовку Type 38. Ну, черт, а паук. Что, задурел? Снова винтов. Нужно дерево определенного типа. Это, серьезно? Это какой-то обман. Ты понимаешь? А что, обычно не влазит? Не, типа вот это, которое я в доме собираю, для дома, вот это такое темное, оно не подходит, понимаешь? Офигеть. Офигеть просто. А дуба у нас, короче, не особо много, поэтому, мне кажется, у нас будет дефицит небольшой. Ну, еще и шкура нужна, ты говоришь, точнее, кожа. Кожи реально надо много на колес, потому что, ну, самолет без колес, как я понял, стоять не будет и не взлетит. Как тогда нам его... Блин, где нам кожу взять? Коровок. Да, коровок, умно. Где их взять? Придется прогуляться по миру, найти коровок. Я думаю, что мы, типа, в силах это сделать. Я пока сейчас замучу похавать себе. Какой классный. Так, вроде же у нас есть хлебушек. Я вот печеньки жую. Это неплохо. Мне реально же ничего печенек. Вообще в жизнь удалось. Ну, вот есть... Сколько у тебя железа вообще, скажи мне? 20 штук примерно. Ага, ну ладно, 34. Тогда понадобится. Ладно, я пойду добуду камень и сделаю себе так, камень. Так, погоди, я пока насобирал этот. То есть я могу сделать себе винтовку. Так мне надо выложить всякий мусор. Опять же. Так, все, уходи. У тебя во всех летсплеях куча мусора. Мусор отошел. Ставьте лайк, если хотите, чтобы лагерь почистил свой инвентарь. Я могу прочистить твой инвентарь своим шомполом. Убейте его кто-нибудь, пожалуйста. Так, на что мне хватает? Я могу снайперку сделать, могу сделать Type 100, Type 14, Type 99. Что это? Это танк? Это пулемет. Серьезно? Сделал его. У тебя есть порох? Порох? Так вроде ж куча криперов взрывали. У меня есть порох, погоди. Да тихо, где мой порох? Иди сюда. Иду. Выходи. Ты меня расстрелять хочешь, что, дурак? Подожди. Стой, да стой, я даже не верю, что эта штука работает. Выходи. Выходи, говорю. Расстрелять. Так. Стреляй в него, пожалуйста, чувак. Она что, так заряжается, что ли? Нет, она должна сразу с инвентаря брать, насколько я помню. Тебе повезло, эта штука не стреляет. Я понял, я дурак. Что, не те патроны сделал? Я сделал штуковину, которая в машины цепляется, походу. Да. Ага. Короче, ну все равно круто. Короче, это пулемет в будущие самолеты. Теперь у меня нет железа. Я нас поздравляю, я все слил. Что у тебя по железу? У меня вообще ничего нет. Вот совсем. Тип, да, вообще ноль. Да. Ну что, пошли добывать тогда. Да, теперь нам понадобится много железа. Очень много. Потому что я хочу себе мать его, стреляющую штуковину. Ну тогда ползай, не пойдем добывать и потом продолжим. Да, давай сделаем так. Ну вот мы, короче, бегали, точнее, по пещере, пока не было записи. По итогу я почти сломал кирку и добыл 37 железа. У тебя что? Ну, у меня 41. 40... Слушай, да ты более полезный еще, чем я, получаешься. И пора отправиться домой к О, спасибо, давай. Я не против. Чувак, ты его взял? Ладно. Нет. Да нет, ты его не взял, слава богу. В общем, я возвращаюсь домой, кладу это все в печку, которой у нас, кстати, нет. Слушай, как предусмотрительно с нашей стороны не завести печку? Мы уже с какая-то серия, 8-я, 9-я, и мы даже печку до сих пор не создали. Типа, ну зачем печка, если ты не пользуешься, Дима? В общем, сейчас мы...
получим железка и наконец-то, возможно, я построю ту штуку, которую можно с рук стрелять. Ну или самолет достроим. Ты самолет достроишь, кстати? Для самолета нужно много кожи, которую мы, кстати, потратили на бэкпаки. Вот, вот так вот. Поэтому, да, придется еще по миру побегать, поискать коров, но мы тут опять же сделаем, наверное, в следующей серии и под паузой, чтобы все было не красиво. Не занимать эфир, так, чтобы эфир не засорять. Не будем засорять эфир. Я думал, что ты тоже печку сделаешь и будет, типа, в два раза быстрее плавиться, но ты что-то проигнорировал создание печи. Наивный. Слушай, ты немножко лентяй. Я? Ну да, немножко. Короче, я пошел добывать коровок. Ну, пока ты там ждешь, пока печка делается. Точнее, печет. Пока она печет. Слышишь, принеси, пожалуйста, парочку сюда. Коровки. Может, пройдемте за мной, гражданин. Сколько слитков мне надо, чтобы, допустим, тебя как-нибудь красиво раз 15. 15. Хорошо. Хорошо. Много. Медведь, я этот. Жди меня. Ты урод. Жди, ты хочешь меня убить, я знаю. Я уже забыл, понимаешь? У меня обзор самый популярный вот именно на этот мод. Я обозревал его, сколько там, 3-4 года назад. И я уже не помню, что сейчас будет. Я не помню, как оно стреляет, я не помню, в какую сторону стреляет, но... В себя. Типа, должно быть неплохо. Так, мне еще нужно еще одну, пожалуйста. Пожалуйста, какая-нибудь печка, выдай мне еще одну. Все, сейчас я попробую сделать стрелялку. Стрелялка есть. Конечно. И для нее нужно патрончики. Тебе повезло, потому что патрончики тоже железо стоят. Фух, ну я пока по путешествию. Лол, зебра, здравствуйте. Зебра. Так, я еще, кстати, нашел периодот. Периодот. О, господи. Я еще даже не знаю, зачем он. Ну, типа... Пердиот? Нет, не пердиот, а пердот. Пердитот? Пердак. Ты... Твой. Нет, твой. Рвет. Какие актуальные и смешные шутки. На самом деле нет. Я не знаю, почему вы еще здесь. Типа, почему вы не закрыли видос. Какие-то два идиота сидят. Не поставили дизлайк, да? Да, типа... не отписались. Люди, что с вами? Мне кажется, что, типа, мы, конечно, неадекватны, но вы тоже. Ух ты. Все, медведь, я могу телепортироваться к вам? Не уверен. Не советую. Пожалуйста. Не, ну можешь, конечно, но... Медведь, почему я в бе... Почему я под водой? Потому что я так захотел. Я тебя предупреждал. Я там голем. Двуголовый. Конопля? Эндер. Я нашел коноплю. Обернись. Я нашел коноплю. Меня уже ничего не интересно. Тебе не смущает тот чувак? Как насчет этого? Стой, отойди, отойди, медведь! Че? Ой-ой-ой! Куда ты полетел, мужик? У меня перезарядка! Он просто улетел. Блин, оружие прикольно, но без урона практически. Ты титана решил утопить? Давай стреляй в него, чё я тут делаю? Подожди, я тут стреляю в зомби. Не, конечно, это не самый лучший способ убивать зомби, потому что эта штука очень кривая. Ой, он сейчас умрет. У меня последняя обойма, чувак. А, он боится воды? Да, все, ну да. У меня, короче, последняя обойма. Он развалился. Летали титан хайт. Что это делает из него? Ого! Из него можно делать этот. Бронь. Видеть. Ай! Ой! Подожди! Стой! Удачи! Пока! Моя палка! Где моя палка? Хорошо, что ты ее выложил. Я выложил свою палку! Блин! Да пока! Медведь! Чёртов убийца, неудачник. Я наведу тебя. Слушай, я за коровками пошел, а ты меня тут убить пытаешься. Я бездушная. Блин, короче, штука прикольная, но надо что-то помощнее. Типа... Ну да, это самый первый, да, ты сделал? Нет, я сделал пулемет, ну, типа, автомат, но он не мощный, он много... Но он такой косой, что прям плохо становится. Я тут на зомби маленького потратил две обоймы. Хотя мог убить его с одного удара меча.
Надо чариться. Там снайперку можно сделать. Вот. Чари, говорю, это оружие можно, слышишь? Что? Еще раз. Может, это оружие можно чаровать? Понятия не имею, но в теории, наверное, можно. Но я думаю, что нам вот скажет, типа, сасой. В общем, ладно, спасибо вам большое, ребятки, за просмотр. Надеюсь, что вам эта серия немножко понравилась, потому что мы тут начали хоть что-то делать. Ух! Возможно, мы сделаем самолет в следующей серии, но, типа, не точно, потому что у нас нет кожи. У нас есть только овцы, которые не особо нужны, но нужны. На всякий случай, тоже овец поубивай, с них падает шерсть. Да, я хорошо. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лукасы, потому что благодаря вашим лукасам мы снимаем дальше. Типа, если бы не было лукасов, мы стопудово не снимали. Поэтому серия выходит только благодаря вашим лукасам. Да. Так, у меня начинает что-то немножко фризить. Ты, мне кажется, да, начал... это потому, что я куда-то пришел. Ты, мне кажется, начал за номер грузить. В общем, все, ребятки, давайте договорились на лукасы. Все, всем большое спасибо, удачи и до новых встреч. Пока! Понравилось видео? Ставь лайки, подписывайся на канал. Не забудь жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!